Чикаго, недалеко от Чикаго, пригород, на пикапе. В общем, жду загрузку, точнее, жду док, чтобы мне дали для загрузки. Но пока ситуация складывается так, что док мне не дали. Здесь я уже нахожусь где-то часа полтора, все еще в ожидании. Поэтому немного спорта. Пока не грузят, народ уезжает. Доки вроде освобождаются, но пока меня не приглашают официально. В общем, жду дальше. Кстати, мне кажется, уже охладилось до минус 10. Да, уже и трейлер готов, уже и прикол сделал. Ладно, ждем. Только минут 15 назад встал док, начали загружать, как долго добиться, не знаю, но у меня уже в ноутбуке минус 8 часов, то есть получается осталось всего 6 на драйвинг, на все остальное, и здравствуй сон, 10 часов. Каких-то 8,5 часов именно это время заняло у меня на загрузку. Я направился на Вайоминг Шайен навстречу ветрам. Ну, вы в курсе, там ветра, все такое. Сейчас темно и нет смысла снимать, поэтому принесемся уже завтра утро. А вот я еще и не сплю, приехал на Тейку на Йо-80. В общем, еще не утро, как вы видите, но мне надо кое-что подремонтировать. Сам я это сделать не могу. Пока ехал, обнаружился лик, air leak у меня в отсеке двигателя. В общем, там я, насколько я увидел, отсоединился кабель. Я покажу позже, когда будет более-менее светло, либо когда я въеду уже непосредственно в док, и освещение будет позволять мне это сделать так, чтобы вы видели это. А случится это часа через 3-4, как они сказали. У них сейчас небольшая очередь находится. Работают всего ночью 2 человека, поэтому займет это какое-то время. А я тем временем пойду, наверное, спать и запаркуюсь где-нибудь вот в этой эре. Нахожусь на Йо-80. Это Тейка. Не знаю, как здесь касательно сервиса, потому что двоякие отзывы именно об этом локейшене непосредственно на Google Maps. Ну, посмотрим. Утра я только дождался своей очереди для ремонта. Сейчас покажу, что там случилось и что за air leak. Так, синий кабель, который идет с этой коробки, он должен быть подсоединен. Так. Лагнат, который был вот там. Сейчас он уже откручен. В общем, достать его сам не мог и залез под трак, но достать его руками не смог. Инструмента мне не оказалось того, которого надо. В общем, он шпарил. Я не знаю, что это за кабель. Он идет то ли на трансмиссию, то ли на что, но никаких потерь в переключении передач, каких-то нюансов я не испытывал, так что все нормально. Пришлось сейчас выключить рифер. Надолго ли, не знаю, но надеюсь,
температура не сильно упадет, чтобы датчик, в случае, если он там находится, он не записал эти вот критические изменения температуры. Но пока ремонты происходят внутри дока, того требует их регламент, чтобы рефер, чтобы трак был выключенный, чтобы здесь не угореть, чтобы вот не выделять вредных газов. Посмотрим. Жду. Ночью я просто безумно замерз, потому что компрессор постоянно накачивал воздух, и я боялся его перегреть, пока работает трак. IPU-шки у меня нет, я обычно подогреваюсь просто на заведенный двигатель, то есть использую центральную отопительную систему. Постоянная работа компрессора могла мне очень дорого выйти, и пришлось спать, можно сказать, одетым. А все это случилось вот из-за вот этой вот фигулины. В нее входил этот шланчик, он там не держался, он вылетел, сказали, она уже негодная, просто взял, чтобы вам показать, что это, как это и зачем это. В общем, ее заказали, ее привезли, они сами съездили в дилерскую, в общем, приобрели. Такая фигулина стоит, не помню, то ли $45, то ли $35 в дилерской. В общем, весь сыр-бор вот из-за этого. А сейчас я нахожусь уже на следующем пикапе, доставку в Вайоминг я сделал. Разгрузился, приехал на следующий пикап. Нахожусь недалеко от того места, где я разгрузился. Сейчас загружусь и поеду уже вроде на Мичиган, я точно не помню. Но это уже будет другая история, другой ролик. Не переключайтесь. И да, забыл сказать, если у вас есть какие-то вопросы, если вы хотите что-то спросить, предложить и так далее, не надо это делать ВКонтакте. Контакт у меня уже завален, я не знаю, когда до него доберусь, чтобы просто-напросто разобрать. Для этого есть Инстаграм, в Инстаграме я бываю чаще, там же я устраиваю какие-то прямые трансляции, подсоединяю других ребят, кто хочет поучаствовать в этой трансляции, в общем, получается какой-то разговор. Там вы можете спросить, поделиться информацией, либо что-то предложить. В общем, все в Инстаграм. Либо здесь на Ютубе. Пишите, спрашивайте. Но в Инстаграм круче.